Всем привет! Сегодня мы поставим на эту багу электронику. Это китайская бага, собственно, на нее будет обзор. Ну, то есть на нее обзор будет. Значит так, что я собираюсь на нее ставить? Мотор 10,5 витка, Trackstar. Регуль 70 ампер, абсолютно дешман. Вот. Стоковая серва лося. Это который нитро лося, это Spectrum 13 ВП. Там 6 килограмм, что ли, серва. Ну, короче, ужасно. И дешманская аппаратура. Ну, китайский тоже. Проводок. И это серва-сейва. Собственно, сейчас я начну устанавливать и посмотрим, что из этого получится. Сейчас небольшое включение по поводу настройки спора. В том, чтобы настроить расстояние между спором и пиньоном, нужно взять обычный листок бумаги. Вот в моем случае это просто А4. Ну, в том, что отрываем от него линию. Тут вот буквально небольшую. И начинаем просовывать между пином и спором. Чтобы он туда въелся. После того, как вы всунули, ну вот так, максимально прижимаем мотор, точнее пиньон, к спуру. То есть прям максимально. Потом в дальнейшем, вот как вот прижали, максимально вообще. Берете гаечный шестигранник и подкручиваете мотор. После того, как подкрутили, у вас вот просто бумагу вынимаете. И вот спор и пиньон настроены. Все. Так, вот я сейчас только что прикрутил пиньон. Вот если бы вот я неправильно поставил серву, она сейчас ровно. Значит, здесь сейчас стоит в ней две банки. 5000, не знаю. Конечно, дом это не до 10-го штаба, естественно. В чем особенность вообще сенсора? Это вот плавный ход, то есть я прям, да, смешной аппаратурой, у меня смешная очень аппаратура, прям вот легонечко буквально нажимаю, и она едет уже. То есть нету передергивания, как на обычных бесколлекторных двигателях. То есть за счет сенсора бага очень плавно едет, то есть старт ее очень плавный. Ждем, когда сухой погода. Как будет сухая погода, мы на ней будем обязательно.